Если вы давно мечтаете научиться работать с рунами, но самостоятельно это сделать не получается, курс «Руническая грамота» для вас. На нем вы пройдете обучение рунам с нуля и освоите это древнее магическое таинство. Ссылка на курс под видео. Переменчивая энергетика Луны диктует свои правила. Провести грядущий день успешно и выполнить все, что было запланировано, помогут рекомендации астрологов. Благодаря своевременным советам даже самый неблагоприятный день удастся превратить в позитивный. Середина недели будет противоречивой периодом, хотя назвать эту среду неблагоприятной нельзя. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что влияние Луны будет сильным, и ее энергетику важно направить в мирное русло. При должной осторожности и внимательности удастся обойти подводные камни и привлечь успех. Фаза Луны начинается 23-й лунный день, которому суждено пройти под эгидой убывающей Луны в созвездии Овна. Эти сутки потребуют максимальной вовлеченности во все процессы, осторожности и умения обходить стороной конфликты. Магнитные бури 22 июня. Магнитосфера Земли не подвержена солнечным ветрам. В эту среду магнитных бурь не ожидается. Что принесет удачу сегодня? Активность, позитивное общение, ответственность, прогулки, снятие стресса. Что отпугнет успех в этот день? Агрессия, необдуманные действия, спешка, сложные проекты, финансовые операции, заключение сделок, ссоры. Домашние дела по лунному календарю. Среда – время для активной работы по дому. Сегодня астрологи рекомендуют заняться отложенными ранее делами, а также выбросить весь хлам. Под влиянием созвездия Овна возрастает импульсивность, поэтому направить энергию нужно в мирное русло. Прекрасным занятием на этот день будет и любая работа, связанная с ремонтом, особенно если он был приостановлен. На пользу пойдет и перестановка мебели. Главное – исключить переутомление и ссоры с близкими из-за разногласий. Поиск компромиссных решений положительно скажется на взаимоотношениях. Одежда и талисманы удачи на эту среду сегодня уместными будут спокойные и сдержанные сочетания цветов. Астрологи напоминают, что энергетика импульсивного Овна в сочетании с убывающей Луной влияет на настроение не лучшим образом и провоцирует на импульсивные поступки. Для того, чтобы обрести внутреннее спокойствие, стоит остановить выбор на теплых постельных тонах – бежевом, кремовом, карамельном. Украшение этого дня – изделия из дерева и кожи, а талисманами выступит гематит, обсидиан, яшма. Финансы и работа в 23-й лунный день. Среда – не время для начала серьезных проектов. Этот день недели предназначен для возобновления отложенной работы и завершения текущих дел. Хорошо продвигается под влиянием Овна и творческая работа, а значит, можно записывать новые идеи для их дальнейшего воплощения и развивать свои таланты. Что касается финансовой активности, то сегодня есть риск потерять значительную часть накоплений, если поддаться влиянию эмоций и пойти на необоснованный риск. Сегодня лучше всего работать в уединении, чтобы не конфликтовать из-за разногласий и не наживать себе врагов. Любовь и общение 22 июня. Влияние Овна сегодня наделяет решительностью, что благоприятно для развития романтических отношений. Тем не менее, в эту среду важно помнить, что напор и агрессия не станут спутниками успеха на любовном фронте. Любое общение важно выстраивать в позитивном ключе, внимательно относиться к просьбам окружения и не забывать о вежливости. В сложившихся отношениях также необходимо быть учтивыми и помнить о данных ранее обещаниях. Сегодня спутником успеха станет умение находить компромиссные решения, а также совместные развлечения, прогулки, путешествия, хобби. Настроение и здоровье по лунному календарю сегодня опасность будет исходить от самих людей. Неумение держать себя в руках будет отрицательно сказываться и на настроении, и на самочувствии. Астрологи рекомендуют направлять энергию в мирное русло, уделить время физической активности, но не переутомляться и не стараться поставить рекорды. Улучшить настроение помогут и близкие, общение с которыми поможет оставаться на волне позитива. На пользу пойдут и прогулки на свежем воздухе, живая природа быстро восстановит запасы сил и поможет избавиться от стресса.